Друзья, всем привет! Сейчас самый-самый сезон помидоров. Не знаю, как у вас, но у нас на даче их очень много. Банки, как вы знаете, я не закатываю, но маринованные, точнее, соленые помидорки я люблю. И поэтому готовлю или быстрые соления, или быстрые маринады. Для быстрого маринада нам понадобятся помидоры, соль, сахар, уксус, чеснок, любое растительное масло и зелень. У меня это был укроп. Уксус, конечно же, берем пищевой, столовый, винный или виноградный, 6 или 9%, тот, который вам больше нравится. Можно даже взять и бальзамический уксус. Сначала берем зелень, у меня это укроп, и мелко ее рубим с помощью ножа. Блендером здесь лучше не пользоваться, потому что нам все-таки нужна такая достаточно крупная текстура зелени, поэтому пользуемся ножом, никакого блендера. Дальше кружочками нарезаем помидорки. Если вам больше нравятся мелко нарезанные помидорки или нарезанные помидорки на дольки, режьте так, как вам удобно. И, кстати, чем меньше будут кусочки, тем быстрее и лучше они промаринуются. Теперь берем какую-то маленькую мисочку, смешиваем в ней соль, сахар, чеснок, уксус, растительное масло, в общем, все ингредиенты для нашего маринада. Кстати, здесь можно использовать любое растительное масло, можете брать подсолнечное или оливковое, или вообще какое-нибудь льняное. Используйте то, которое у вас есть на кухне и с которым вы привыкли есть еду. Дальше берем какую-то красивую тарелку, желательно, чтобы она была глубокая, и выкладываем на нее помидорки. Затем просто заливаем нашим маринадом. Стараемся поливать помидорки маринадом равномерно, чтобы все наши помидорки были им покрыты. И на всякий случай все-таки их перемешиваем. Перемешали и просто убрали тарелку в сторонку. Оставляем ее постоять при комнатной температуре примерно 10 минут. Через 10 минут наши помидорки будут готовы и их можно будет подавать к столу. Да, не забываем посыпать их перед подачей свежим укропом или любой другой зеленью. Наши быстрые маринованные помидорки в тарелке готовы. Приятного аппетита!